Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесия. В студии с информационным выпуском Рита Нерова. Здравствуйте. Коротко о некоторых событиях. Карачаево-Черкесия и Беларусь договорились о снижении на 32% отпускной цены белорусской пряжи для нашего региона. В северной части Черкесска готовится к открытию филиал городской поликлиники. Кафедра конкурентной экономики и антимонопольного регулирования откроется в Карачаево-Черкесском госуниверситете. И в республиканских организациях отдыха детей и их оздоровления завершилась первая лагерная смена. А теперь подробно. Более 460 депутатов представительных органов местного самоуправления выберут в Карачаево-Черкесии в единый день голосования 11 сентября текущего года. В этот день пройдут выборы депутатов Гордумы Черкесска и Карачаевска, Горсовета Усть-Джигуты, а также Совета Абазинского муниципального района. Кроме того, жителям республики предстоит выбрать депутатов ряда сельских поселений Адыги-Хабльского, Абазинского, Зеленчукского, Малокарачаевского, Ногайского, Урупского, Усть-Джигутинского и Хабецкого районов. А в голосовании смогут принять участие более 213 тысяч избирателей республики, зарегистрированных в муниципалитетах, где пройдут выборные кампании. Для проведения избирательных кампаний задействуют 158 участковых комиссий. Министерство промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесии договорилось с предприятиями Республики Беларусь о партнерстве и взаимовыгодной кооперации. В частности, удалось добиться снижения отпускной цены белорусской пряжи для Карачаево-Черкесии более чем на 32%. Достигнутые договоренности положительно скажутся на развитии регионального предпринимательства, укреплении долгосрочного сотрудничества предприятий обеих республик и конечной цене трикотажных изделий, рассказала заместитель министра промышленности, энергетики и транспорта республики Юмрана Тиунаева. Как мы уже сообщали, в республиканской столице стартовал новый тур приема заявок на благоустройство дворов в рамках муниципальной программы «Благоустроенный Черкесск» федеральной программы формирования комфортной городской среды. За время ее существования в городе благоустроено несколько десятков придомовых территорий, рассказал начальник отдела капитального строительства и ремонта управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Черкесска Равиль Тикеев. В текущем году в рамках реализации национального проекта «Комфортная городская среда» планируется провести ремонт в 15 дворовых территориях. Это 25 многоквартирных домов. В рамках благоустройства будет выполнен минимальный перечень работ по благоустройству. Это устройство тротуаров из плиточного покрытия, асфальтирование проездов, устройство парковочных зон для автомобилей, строительство детской площадки. В тех дворах, где есть спортивные площадки, также предусмотрен ремонт спортивной площадки и озеленение территории. Теперь, по словам исполняющего обязанности начальника отдела жилищного контроля управления ЖКХ мэрии республиканской столицы Магомеда Джанибекова, пакет документов на участие в очередном туре программы нужно предоставить в ведомство с 20 июня по 20 июля текущего года. В пакет документов входит заявка, протокол общего собрания собственников помещений и акт обследования двора. Все эти документы заполняются собственниками жилья самостоятельно. Эти документы можно найти как у нас по адресу Тургеневская, 78, кабинет 3, или же на сайте мэрии города Черкесска. Там есть раздел благоустройства, где образцы всех этих документов развешаны. В Учхе-Кении продолжается строительство новой школы на 960 мест. На строительной площадке уже вывели первый этаж основного центрального блока. Сейчас идут укладочные и монолитные работы по возведению второго этажа. Готовность объекта на сегодняшний день составляет 14%. До конца 2023 года появятся два спортивных зала, актовый на 370 посадочных мест, современные кабинеты, уютные столовые, а также игровые зоны для продленки и библиотеки. Все это для максимального комфорта и эффективного обучения детей. В рамках программы модернизации школьных систем образования в республике проводится капитальный ремонт 18 школ с однолетним циклом реализации, которые к 1 сентября текущего года откроют свои двери школьникам.
Руководители образовательных организаций контролируют ход выполнения ремонтных работ и оснащения, привлекая к данным процедурам родительский общественный контроль. Дизайн помещений, цветовое решение в рекреациях должны быть согласованы как с ученической, так и родительской общественностью. В целом же сейчас на территории Карачаева-Черкесии широкомасштабные ремонтные работы проходят в 23 школах региона. На следующий год запланирована сдача в эксплуатацию 5 из них. В их числе и Тибердинская школа номер 2, где сейчас полным ходом идут ремонтные работы. По словам директора образовательного учреждения Амины Семеновой, в 2023 году свои двери распахнет совершенно обновленное здание. При обсуждении проекта наше мнение учитывалось. Мы участвовали, можно сказать, в разработке этого проекта. Мы проходили по школе, говорили все свои пожелания. И люди, которые делали этот проект, они учли все, что нам бы хотелось видеть в новой школе. И после ремонта, я думаю, что эта школа будет не только комфортабельна, она выйдет на новый уровень. Это будет школа нового поколения с тем оборудованием, которое должно сейчас быть в школах. По сути, мы зайдем в новую школу, потому что объем работ такой, что это просто новое здание школы. Замена будет всего-всего. В северной части Черкесска готовится к открытию филиал городской поликлиники. На его базе будет работать Центр амбулаторной онкологической помощи, что позволит оперативнее взаимодействовать с республиканским онкологическим диспансером. В новом здании расположатся терапевтическое отделение, дневной стационар и отделение реабилитации. Будут вести прием узкие специалисты, хирург, невролог, лор и окулист. Расширение городской поликлиники даст возможность снизить нагрузку на учреждения и повысить качество и доступность медицинской помощи. Центр амбулаторно-онкологической помощи Карачаево-Черкесского онкодиспансера имени Бутова проводит информационную кампанию по ранней диагностике рака легких. Подобная диагностика – задача первостепенной важности. Коварство болезни заключается в том, что начальные проявления длительное время отсутствуют. Бессимптомный период болезни не только исключает самостоятельное обращение больного за врачебной помощью, но и правильное распознавание заболевания. На начальные проявления пациент обращает внимание зачастую тогда, когда болезнь перешла в более позднюю стадию. Клинические признаки при этом весьма вариабельны, на их проявление влияет локализация опухоли. Тему продолжит заведующий региональным центром амбулаторной онкологической помощи Ислам Качиев. Здесь, в условиях нашего центра амбулаторно-онкологической помощи, мы устанавливаем первичный диагноз пациенту, обследуем этого пациента на должном уровне. Для данного обследования у нас имеется все необходимое оборудование. Основные методы лечения – это лекарственная терапия, это хирургическое лечение, а также лучевая терапия. В лекарственную терапию также входит проведение химиотерапии противоопухолевой, таргетная терапия и иммунотерапия. Это новое современное направление в лечении таких заболеваний, в основном как рак легкого, рак молочной железы. Основными симптомами являются это частый кашель, при лечении которого, допустим, положительной динамики не наблюдается, необходимо обязательно обследоваться. Также основными симптомами рака легкого являются, конечно, кровохаркание, боль в грудной клетке, неясного генеза, одышка. Уже осенью 2022 года мы планируем на базе нашего онкологического диспансера открыть торакальное отделение, где мы будем проводить инвазивные методы хирургического лечения. Что мы будем применять? У нас уже есть видеотороскопическая стойка, и мы будем применять такие методы оперативного лечения, как будут и открытые, так и видеотороскопические методы лечения. Участок дороги на границе Ставрополя и Карачаево-Черкесии защитили слоями износа. Специалисты нанесли защитный слой на 18 километрах федеральной дороги А-165 Лермонтов-Черкесск. Эта трасса пользуется популярностью у туристов, так как связывает лечебные курорты Ставропольского края с горнолыжными курортами Карачаево-Черкесии, рассказывает пресс-секретарь Управления федеральных автомобильных дорог Кавказ Милана Тхамукова. Досрочно завершено устройство защитного слоя на пути к Кубанскому водохранилищу Карачаево-Черкесской республики от станицы Суворовской Ставропольского края с 35 по 53 километр федеральной трассы Лермонтов-Черкесск. Согласно госконтракту, объект должны были сдать в эксплуатацию только в октябре 2022 года.
Высокая интенсивность транспортного потока до 15 тысяч автомобилей в сутки привела к образованию дефектов на проезжей части, которые могли стать причиной ДТП. Применение технологии позволит продлить ресурс верхнего слоя дорожной одежды, подверженного истиранию, а также увеличить коэффициент сцепления колес дорогой. Очередной жертвой мошенников стала 78-летняя жительница республиканской столицы. На ее телефон позвонила неизвестная, которая представилась следователем. Лжесотрудница правоохранительных органов рассказала потерпевшей, что ее сноху сбил автомобиль и для медицинской операции якобы необходимо 800 тысяч рублей. Испуганная женщина сказала, что у нее только 300 тысяч. Мошенница заявила, что за деньгами приедет ее водитель. Жертва обмана передала неизвестному мужчине свои деньги. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах совершенного преступления, принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленников. С начала сезона в лесах республики зарегистрировано более 60 пожаров, что уже вдвое превышает прошлогодние показатели. Благо силами сотрудников МЧС небольшие возгорания не переросли во что-то большее. Сейчас продолжаются профилактическая работа и противопожарные рейды, особенно в местах скопления туристов. Они проводятся регулярно. 6 современных мастерских откроют 1 сентября текущего года в 3 колледжах республики благодаря нацпроекту образования. В частности, по таким направлениям, как дошкольное образование, преподавание в младших классах, агрономия, эксплуатация сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское дело и кондитерское дело. Мастерские расположатся на базе аграрно-технологического колледжа, колледжа индустрии питания, туризма и сервиса и Карачаево-Черкесского педагогического колледжа имени Умара Хабекова. Эти же помещения будут использоваться в качестве площадок для получения дополнительного образования, курсов, повышения квалификации по заявкам работодателей и профессиональной переподготовки специалистов по направлениям службы занятости. Карачаево-Черкесия завершила конкурсный отбор педагогов, которых направят на работу в сельские образовательные учреждения республики в рамках программы «Земский учитель» в текущем году. По словам министра образования и науки региона Инны Кравченко, это 22 педагога. Напомним, кроме 1 миллиона рублей из федерального бюджета, учителя, переехавшие в сельскую местность, дополнительно получают по 100 тысяч из регионального. Кафедра конкурентной экономики и антимонопольного регулирования откроется в Карачаево-Черкесском госуниверситете, что поможет в решении проблемы нехватки специалистов этого направления в регионе. Она станет площадкой для получения профессиональных знаний и комплексной подготовки, давая выпускникам возможность раскрыть свой потенциал и реализовать перспективы. Основными задачами кафедры для развития антимонопольного регулирования в республике станут подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере современной экономики, формирование новой для региона системы научных и прикладных исследований, а также внедрение практикоориентированных форм и методов обучения, которые будут содействовать трансформации научных знаний студентов в комплекс прикладных навыков. В республиканских организациях отдыха детей и их оздоровления завершилась первая лагерная смена. Всего отдохнули 575 детей. Для них были организованы профильные смены социально-гуманитарной, художественной и физкультурно-спортивной направленности. Отдыхом и оздоровлением охвачено 355 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе оставшиеся без попечения родителей, воспитанники, организации для детей и сирот и несовершеннолетние студенты среднего профессионального образования, а также 220 детей, проявляющих большой интерес к спорту. В течение всей смены дети были вовлечены в калейдоскоп различных событий. Большое внимание уделялось не только пропаганде культуры и здоровому образу жизни, но и изучению правил дорожного движения и пожарной безопасности. Радио России, Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению региональных синоптиков, сегодня по республике переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла, в горах местами плюс 12-17, в республиканской столице кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду, столбик термометра поднимется до отметки плюс 25.
Таковы наиболее заметные события республики. Информационный выпуск провела Рита Нерова.